Они ходят с детьми в походы, учат кататься на коньках и велосипеде и знают ответы практически на все вопросы. Отец – это не только глава семьи, это лучший друг, защитник и наставник для своих детей. Все, что знают и умеют, саровские папы ежегодно демонстрируют в молодежном центре. Этот конкурс у нас проходит уже в 7-й раз. И мы считаем, что этот конкурс очень значим, потому что показать роль отца в семье, то есть глава семьи, ну, это очень важно, действительно. И показать папам, как здорово быть папой. Вместе с папами на сцену выходили и их первые помощники-дети. Участника Дмитрия Мордвинкова пришли поддержать его дочь Маша и сын Алексей. Ребята рассказали зрителям о 5 лучших качествах своего отца. И рисует, и поет, если надо, гвоздь забьет. И на сцене он играет, и стихи он сочиняет. Первого места Дмитрий Мордвинков не занял, но, как признался сам мужчина, на конкурс он пришел вовсе не за победой. Вне зависимости от результатов, для детей их папы настоящие герои. И совместное творчество – лишний повод еще раз в этом убедиться. Главное не победа, как говорится, главное участие. И дети, чтобы поучаствовали, посмотрели, потому что участие в таких конкурсах развивает детей, сближает между собой и помогает в дальнейшей жизни. В этом году за звание лучшего папы боролось 5 конкурсантов, оценивало участников компетентное жюри по нескольким номинациям: артистизм, творчество и подача материала. По итогам конкурса «Улетным папой 2019» признали сотрудника молодежного центра Дмитрия Ульяхина. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.